Доброго дня всем любителям хоккея, всем тем, кто присоединился к нам. Этим днем Горняк Кулагер, смотрим с вами вот такой вот матч команды не старше 2010 года рождения, группа А, Кубок Федерации. И просто давайте наслаждаться игрой, потому что две очень равные команды, две очень интересные команды со своим характерным почерком и... Очное противостояние, это вот всегда, как правило, очень и очень интересно. Рудничане идут в атаку, перевод, диагональный бросок по воротам, и тут же опасно у ворот, который защищает Евгений Комолкин. И здесь еще один могучий заряд следует, нормально. Еще один такой наброс на чужие ворота сейчас последовал. Продолжается активная борьба, еще один диагональный перевод и попытка достать эту шайбу. Ну, и так нормально. Нормально Горняк начинает, держит шайбу под контролем. Но вот тут Кафуцин появляется откуда ни возьмись, набирает скорость сейчас уже Никита Величко. Дальше против него ведет активную борьбу Тимофей Бондарев. Бондарев в углу площадки снова с шайбой сохранился. И дальше еще одна передача. Теперь уже Кулагер старается идти. Другие сразу же наметились в группу лидеров по итогам стартовых игр. И те, и другие верхние части турнирной таблицы. Горняк и Динамо. Две команды, которые еще пока горечи поражения не признали на этом турнире. Что до Кулагера, то сегодня обидное поражение от Астаны. 0-1 ранним утром. И у Кулагера 6 очков. Так что... Будет интересно, эта очная встреча, она тоже очень важна для команды с турнирной точки зрения. Здесь вот перевод, подключение из глубины Виктора Леднева. Петрошенко разворачивается, отдавал передачи, но тут передача, она прям ни два, ни полтора получается. И еще один отскок состоялся. Дальше кулагеровцы, дальше уже проход Калиновского. Ну и так он в угол сейчас закатил, загнал сам себя, можно сказать. Ну и в прошлом сезоне матчи между этими командами тоже были очень интересными, очень захватывающими. И надо отдать должное и тем, и другим. Действительно, показывают они хоккей хорошего уровня. Две такие тренерские, две обученные команды и абсолютно равны между собой. То есть сейчас отдать предпочтение какой-то из команд, ну, это архисложное дело. Борьба в углу площадки. Здесь Леднев успевает по закруглению шайбу направил. Майя Пиманова здесь ведет активную борьбу в углу площадки и помогает ей здесь Жумагильдиев. Ну и так на все это дело со стороны Максим Манько пока посмотрел, так присмотрелся, огляделся. Ну ладно, думает, ребятки, поборитесь, а я за всем этим действием понаблюдаю. Снова отскок, и так вот уже в падении пытался прервать передачу. Опа, момент у Горняка. Манько бежит один на один с Комолкиным. И... Браво, 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 Евгений Комолкин выручает свою команду. О, Комолкин, в принципе, тот вратарь, которого вот определяешь ворота и знаешь, чего от него ждать. Он всегда демонстрирует высокий уровень мастерства. Поднята вверх рука арбитра, там удаление у рудничан сейчас будет. Ну, а пока вот так вот на отложенном штрафе Глеб Югов за воротами шайбу контролирует. Еще одна передача на вершину. Ой-ой-ой. Здесь потери. И Баштаков. Так, поехал Комолкин. Так, на всякий случай. Так, а почему свистка нет? А, вот теперь есть. Я думаю, что, куда? Куда это он? Думаю, почему свистка нет? И там, наверное, и у Комолкина ёкнуло в данной ситуации. Думаю, ну поднята же рука была. Где свисток? Вот, собственно, и свисток. Чуть более 5 минут позади со старта этой встречи. И в нашей игре первое удаление. Удаление в составе Горняка.
Тимофей Бондарев приехал на точку, ать, два вбрасывания выиграно, Югов сохранился, и Югов продолжает контролировать шайбу, и здесь такой наброс от синей линии, но застревает шайба, а дальше еще один отскок в пользу Дмитрия Черникова, ну и Дмитрий Черников начинает движение вперед, в прошлом сезоне играл за Актобе. Вот этим летом перебрался в Санкт-Петропавловск Кулагера. Ну и неплохо перебрался, в первой паре с Величкой они играют. Вот здесь успевает Камолки, но отскок шайбы, Леднев, наброс, моментище какой, успевает Камолкин. Очень пластичный вратарь, несмотря на то, что рост у него такой довольно внушительный, но при этом очень и очень здорово он действует. Тащите горняк, пишет в нашем чате, но равная игра. И она со старта равная, и в принципе до игры было понятно, что силы равны. Сейчас еще один проход. Тимур Ибрагимов. И его сейчас момент, бросок поворотом выше створа приходится. Вот именно столько играть нам еще в первом периоде, как нам показывают на табло. Евгений Камолкин внимателен, сосредоточен. Ну а теперь Максим Манько. Манько приехал на точку. Вот здесь выиграл вбрасывание. Подуков низом набрасывал сейчас, но Кулагер в отборе первый. Кулагер будет стараться сейчас свою атаку развить. Нормально, Калиновский заехал в зону. Ну все, здесь рудничане такой шлагбаум выписывают. Нет, здесь вам, ребятушки, не курортная зона. Дальше не пройти. Петрошенко назад, а там уже наброс такой пошел. Добивание. Это уже Майя Пиманова здесь была первой на шайбе. Очень активная эта девушка. Активно она идет в прессинг, активно она идет в атаку. Тем временем Подуков. Так вот от борта шайбу вперед. На ход своему сопернику. Но вот тут уже диагональные передачки пошли. Здесь уже Петрошенко. Петрошенко через центр, а дальше Галибаев, отбор шайбы. Ой-ой-ой, Галибаев, Тимур здорово готовит бросок выше ворот. Пролетает игровой снаряд, хороший момент у Тимура Галибаева. Еще одна передача, и здесь уже Матвей Коркин начинает единоборство. Попытка завести буквально шайбу в ближний угол ворот, но здесь Данил Шакиров. Тут уже он шайбу забирает себе во владение и ставится игра на паузу. Ну и ждет Тимур Ибрагимов, когда там оппонент его придет на точку. Ну и так вот заехал сейчас туда Дмитрий Черников. Интересно, что именно Черников был на точке. Кулик первый на подборе, здорово работает Кирилл Кулик, передача на дальнюю, а там не успевает замкнуть Эльман Лотфаля дальнюю штангу. Хороший эпизод, динамичный, здесь Меньшенин сохранился на синей линии, но дальше уже снова следует отскок шайбы и достается Виктору Ледневу. Игровой снаряд, тот, соответственно, вперед в направлении синей линии, ну а тут уже пас в середину. То бишь в никуда в данной ситуации. Ну и Владимир Габчич дальше туда в угол площадки шайбу направляет. Ибрагимов и его шустрые ноги. Опять мы наблюдаем. Опять вот эта вот подвижность и опять его вот это вот движение. Здесь снова отскок и дальше до Леднева. Да, шайба дошла. Передача на Кирилла Кулика. Ну и Кулик начинает здесь прессинговать
Никита Величко, но Никита аккуратен предельно. И так, шайбочку вперед. А вот здесь Эльман Лотфаля. Бросок по воротам. И уходит шайба мимо створа. Еще один наброс. Мимо Ярослава Сыруар. Здесь шайба так пролетела, интересно. И так Камолкин на всякий случай сопроводил шайбу. Кулик на оперативный простор. Бросок в ближний угол. Ну а тут уже Камолкин шайбу-то забирает. Причем довольно уверенно и без всяких колебаний. 5-23 еще играть. Так, тут у Кафуцина какие-то проблемы с игровой амуницией. Так, ну и все, введена шайба в игру. Продолжается наша встреча. И здесь первый на шайбе Величко будет. Дальше снова отскок и контратака может получиться у Кулагера. Может, да пока, в общем-то, и не получается. Но тут вот Майя Пиманова. Снова вход в зону от Рудничан. Манько, Манько, нет. Ну тут сразу два хоккеиста против него. Так аккуратненько с двух сторон сковали. Ну а дальше еще один перевод и еще одна контратака. Вперед, вперед и еще раз вперед идет Кулагер. Бросок по воротам, мимо. Ну и тут даже на подборе первый оказывается Манько, который по диагонали действует. Еще один перевод, Манько снова в зоне соперника. Манько с неудобной на Петрошенко и Камолкин растелился буквально перед соперником. Ну и уходит шайба за ворота. И это проброс. Это проброс. Ну, очень равная игра. Может быть, не прям, чтобы много каких-то голевых моментов, но смотрится она на дыхании. Так, на точке вбрасывания Тимур Ибрагимов и Тимофей Бондарев против него. Здесь попросил арбитра быть поаккуратнее немножко на точке. Ну и Кулагер. Кулагер выигрывает это единоборство. Затем передачка вот такая вот в середину. Еще один отскок шайбы от борта. И Степан Минишенин. Здесь он уже будет первый. И вот момент неплохой. Бросок по воротам. Минишенин снова принимает шайбу на себя. Тем временем Тимофей Бондарев здесь продолжает активничать за воротами соперника. Очень много плотности. Внимательно друг за другом соперники следят. Ну, сегодня вот Кулагер в таком матче уже участие принимал. В матче, где много плотности, где много борьбы, и это игра против Астаны, и там все очень так на тоненького было на самом деле. Но вот 0-1, не улыбнулась удача этим утром петропавловцам. Ну, посмотрим, как после обеда тут сложится. Пока 0-0, пока 0-0, Кулик идет вперед, хорошо работает ногами, остановился, огляделся, и еще одна передача. Вот здесь Кулик. Снова попытка отдать передачу, но шайба попадает точно в игрока Кулагера. Анатолий Терехин там был. А теперь еще один пас на Ибрагимова. Ну, Галибаев единоборство это выиграл. Ну и затем пас назад. А тут уже начинает Эльман Лотфаля свою атаку. Внимательно следят за первой тройкой атаки здесь оборонцы Кулагера. Ну, так последили, последили, а потом и вовсе шайбу забрали. Ну, дескать, вот все. Забрали и все. И можно уже идти в свою атаку. Организовали, да, было дело, но другой вопрос, что тоже ничего опасного пока из этой ситуации не получается. Макар Жугин через Тимофея Бондарева начинает атаку. Кулагер идет вперед. Ну так, до синей докатили. И снова тут стоп выписывает Горняк. Петрошенко попытается сейчас пойти в обыгрыш. Находит передачей
своего партнера, но это лишь Манько, который только подключался к атаке. Если бы Манько был ближе, тогда нет, тогда не лишь Манько, а наоборот Манько, ну а так лишь Манько. И сейчас еще один перевод, снова Максим Манько активничает и отбирает шайбу. Пытается ее под контролем сохранить. Передача вперед. Концовка, я думаю, там у нас уже первого периода идет. К сожалению, электронного таймера не дают нам из Шымкента. И тяжело понять, сколько там команды сыграли. Но понятно одно, голов у нас пока нет. Идет Юга вперед. Бросок добивания. А вот и есть. А вот и есть первая шайба. Кто сказал, что ее нет? Кулагер выходит вперед. Шакиров отражает шайбу перед собой. Ну а затем на добивании Юга первым оказывается. Смотрим еще раз. Вход в зону. Юга в голову поднимает, смотрит, где Шакиров. И сам же успевает на добивание. И не успевают игроки Горняка почистить свой пятак, успеть помочь своему вратарю. И таким образом счет в нашей встрече открыт. 1-0 в пользу Кулагера. Глеб Югов делает счет 1-0 в пользу своей команды. И тут же Кулагер идет в еще одну атаку. Еще один бросок сразу же. На эмоциях, на волне. Побежали вперед петропавловцы. Ну а тем временем Кулик. Ой, как неплохо Кирилл. Но Камолкина тоже просто так не переиграть. Пас за ворота. Халтурин поднимает шайбу наверх. Меньшенин укращает шайбу. Но тут потеря. И, быть может, контратака Югов. Ну, Шакиров должен здесь выходить. Да, так оно и есть. И аккуратно за ворота направил игровой снаряд. Снова Петропавловск в атаке. Снова они контролируют шайбу за воротами. Еще один пас Югов. Еще один отскок, и сирена у нас звучит. Первый период завершен. 1-0 в пользу Кулагера. Итак, возвращаемся. Второй период. Игра между Горняком и Кулагером. 0-1 счет у нас в пользу номинальных гостей. Ну и смотрим дальше за этой встречей.
Меньшенин откатывает назад, ставит корпус. 1-1 здесь против соперника, но довольно плотно здесь встречают своего оппонента хоккеисты Кулагера. Так стараются они в зоне оставить Горняков. Ну и почти получилось. И здесь бесхозная шайба доходит до Тимура Ибрагимова. Ибрагимов направо. Далее еще один проход здесь в угол площадки. Ибрагимов на оперативный простор. И шайба в Югова прям попадает. Здесь снова Ибрагимов. Дальше сохраняется контроль над шайбой. Ну и доходит аккурат шайба до Евгения Камолкина. Снова перевод наверх. Снова отскок шайбы от борта. И здесь первым на шайбе успевает Терехин. И Анатолий, ну да, поехал назад. На соперника-то и наткнулся здесь, который шайбу отобрал. Далее такой наброс низом последовал. Сохраняется контроль над шайбой у игроков из Петропавловска. Глебаев пошел вперед. И здесь подбирает шайбу Тимур Глебаев. Начинает активно вести борьбу у борта. Выцарапывают шайбу петропавловцы. Бондарев первый на подборе. И Бондарев пытается сейчас найти место для оперативного простора. Югов против Меньшенина. Меньшенин дальше через Эльмана Лотфаля. Ну и вот теперь можно развить свою атаку. Ибрагимов, Ибрагимов, хорошо. Перевод в центр, бросок, Камолкин. Вот здесь очередной сейв от Жени. Очень, очень здорово. И вроде атака у Горняка-то прошла тоже, да, так как на духу. Туда-сюда, быстренько, активно. И вот вам, пожалуйста. Выиграно вбрасывание. Здесь момент и бросок поворотом. Очень здорово, Майя. Пименова уходила от своего оппонента. Баштаков, да, это был. И уже нанесла бросок. Здесь ближний угол. Но здесь снова по закруглению идет шайба. Достается Майи Пименовой. Она уже в углу площадки контролирует. И передача вот сюда. Но тут отбор. И тут уже можно развить свою атаку. Глеб Югов. Бросок поворотом. Снова заблокировано. И Югов. Вот такая вот попытка отдать пас. Еще один бросок. Но рудничане тоже в обороне не лыком шиты. Очень здорово действуют. И затем пас в направлении своего партнера. Пошел вперед сейчас Манько. Закатил в зону. И снова отскоки. Добивание опасно. Еще один момент. И здесь оборона Кулагера во главе с Камолкиным в этом эпизоде с опасностью справились. Красногорский по диагонали перевод осуществляет. Здесь еще одна тоненькая передача. Пытались горняки сохраниться. Ну, собственно, у них это и получается. А дальше перевод. Ну, здесь Майя Пименова туда дальше атаку продляла. Еще один проход. И это уже вне игры. Югов забирается. Автор пока единственного гола в этой встрече. Почти 5 минут, да, 4,5 сыграли команды. Со старта этого отрезка. На точке вбрасывания сейчас Дмитрий Черников. Еще один отскок. Диагональная передача через Глеба Бердюгина. Вот Черников наигрывается уже как в обороне, так и в атаке. Вот сейчас Черников снова в борьбе, снова активно. Там и Жигульский приходит на помощь.
Вновь еще один отскок, еще одна передача. И так шайбочка легла аккуратненько. Снова достается она петропавловцам. Здесь Величко против Бердюгина. Две девятки сошлись. Ну и Петропавловская в данной ситуации оставила шайбу себе. Еще один диагональный перевод. Здесь отскок шайбы. Леднев. Заходит Виктор с шайбой в зону. Передача через Глеба Бердюгина. Контроль сохранен у игроков Горняка. Но вот продолжение пока опасного не следует. Передача туда, где вроде как и должен был, да, кто-то из игроков находиться. Но в данной ситуации этого самого игрока не оказалось. Контратаку вот сейчас побегут рудничане, быстро зашли в зону. Здесь Тимур Ибрагимов начинает шайбу контролировать. Передача вот такая вот, и подбросок Камолкин здесь ситуацию читает, контролирует. Горняк, мы ждем атаку. Ну, атаки у рудничан есть. Другое дело, что пока определенные проблемы именно в плане реализации присутствуют у подшефных Бориса Борисовича Гостиева. Выиграно вбрасывание. Еще один отскок. Меньшенин мощно в направлении ворот. Камолкин в данной ситуации справляется. Ну и по-прежнему идет здесь активное единоборство. Еще один отскок. Пошли дальше бороться. Кулик. Кирилл Кулик переводит эту шайбу на вершину. Здесь Леднев. Ну, тяжело, конечно, было. Потому что под прессингом соперника он тут находился. И выцарапывают шайбу сейчас рудничане. Передача еще одна. Ну и потом уже выход из-под прессинга. Мог случиться, мог получиться. Галибаев откатывает назад. Сохраняет шайбу у себя. Тимур Галибаев. Хорошее катание, хороший контроль. Бондарев. Теперь уже он по закруглению. За ворота соперника играет. Попытка зацепиться за шайбу. Ну и вновь здесь отскок, и вновь начинается атака. Ой-ой-ой, прошел пас, и вот здесь Кулик подключился из глубины, бросок по воротам. Очередной рикошет, и тут уже Кулагер этим пользуется. Стараются петропавловцы так побыстрее выйти из зоны. Кулагер, не сдавайтесь, только вперед. Да, конечно, не сдаваться сейчас уж точно не буду. Мне кажется, даже и не думают они об этом. Еще один проход. Величко останавливает этот самый проход со стороны соперника. Дальше еще один пас. Дальше движение вперед. Оставление шайбы. И вот, может быть, здесь момент получится. Нет, у Югова не пройдет. И Галибаев, ну, можно спокойно здесь, конечно, назад откатить. Потому что проброс. Все спокойно. И вбрасывание очередное у ворот Данила Шакира. Так, выиграно вбрасывание. Такой призыв очень мощный для рудненской команды идти в бой за город свой. Ну и вот здесь отскок, бросок по воротам. Калиновский из пятака выше ворот. Проходит эта шайба. Хороший момент такой, динамичный. Ну а вот теперь, переход в атаку. Кулик. Кулик с неудобной руки мимо ворот. Снова разворот. И Петрошенко пытался найти Кулика на чужом пятаке. Кулик, конечно, выпирает себе пространство. Старается освободиться от опеки соперника. Снова Кулик. Снова здесь на пятак идет эта передача.
Ну и еще один рикошет, который играет в пользу Петропавловской команды. И здесь мустанги. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, потеря. Манько, Манько сам бросает. Камолкин реагирует. Майя Пименова там справа открывалась довольно неплохо. Снова отскок. Передача Пименова, нет, не достанет до этой шайбы. И начинается уже контратака. Контратака Кулагера. Жугин в ближний угол. Шахиров смахивает эту шайбу. Дальше Югов. Югов пытается сохраниться. Идет вперед, но здесь останавливают этот проход. Ну и затем еще один отскок. Отскок шайбы в пользу рудничан. Движение вперед. Красногорский переводит шайбу. Переводит ее вот сюда под синюю линию. Дальше уже вброс в зону соперника. И пошла Майя Пименова здесь снова атаковать. Ну, передача, да, тут с неудобной руки. Она не получится, она не пройдет. И дальше уже снова бросок поворотом. Шакиров реагирует на это все дело. Ну и здесь завязывается очередная борьба. Очередная борьба у борта. Можно длинной передачей попробовать стартануть, но нет, не проходит. Вход в зону от Черникова. Черников, здорово, Дима на такой паузе сейчас катил, выжидал свой момент. Ну и в конечном итоге здесь вновь шайба отскочила. Дошла до игроков Кулагера и, точнее, до игроков Горняка, и те уже начинают новое движение в атаку. Кулик на дальнюю, хорошо, молодец. Молодец Кирилл Кулик, красивую передачу пытался изобразить сейчас. Ну а дальше тут снова пытаются сохранить шайбу под контролем. Рудничане, в общем-то, у них неплохо это получается. Вновь еще один отскок следует. Ну и в конечном итоге вытыкает буквально эту шайбу игрок Горняка на самой синей линии. Ну и снова та самая плотность, очень присущая она нам в этом матче. Да и вообще сегодня в игровом дне вот так много таких эпизодов. Не слишком он какой-то результативно у нас этот день получается, но очень и очень напряженный. С другой стороны, лишь один матч с 16 заброшенными шайбами. Это Туран Алмата 2. Ну а все остальные игры сегодня так прям на тоненького. Горняк свою первую встречу сегодня проводил. Обыграли Рахимжан. Обыграли соперника со счетом 4-1. Кулагер, как я уже говорил, играл с Астаной. И там уступили петропавловцы. Уступили со счетом 0-1. Такой вот минимальный, вот я бы сказал, футбольный счет. Зафиксирован был на табло по итогу. Ну и также у нас сегодня была игра Алматы 1-Динамо. Там 1-3 в пользу динамовцев. Ну и вот в случае, если сегодня Горняк Кулагеру уступит, Динамо будет единственной командой, которая пока идет без поражений. Ну а так пока Горняк и Динамо гордой походкой на двоих шагают. Здесь еще один пас вперед. Не удастся, да, наверное, здесь зацепиться рудничанам. Зато успеет Терехин. Терехин дальше через своего партнера Глибаев. Здесь Манько. Хорошо на Пименова туда, в середину. Но Кафуцин. Кафуцин приходит на помощь. Еще один пас. Снова здесь следует отскок шайбы. И начинается движение уже Кулагера. И начинается движение Кулагера не просто так. Тимофей Бондарев в свободную зону получил. А вот передача, ну такое, да. И вот здесь Галибаев, а там уже свисток арбитра следует. И завершен у нас второй период нашей встречи. 0-1. Отправляемся на второй перерыв.
Таймер не включенный. Ну что ж, возвращаемся мы с вами в эту игру. Игра между командами Горняк и Кулагер. 1-0 шайба Глеба Югова пока так и остается единственной в этой встрече. Но такой вот петропавловский минимализм по счету мы сегодня наблюдаем. 0-1 в первой встрече, 0-1 сейчас. Так, передача, которая перехвачена. И вот здесь Кулик, у него момент, бросок и чуть выше. Заряжает 77-й номер. А здесь уже другой 77-й, который Кафуцин пошел прессинговать защитника Рудничан. Следует очередной отскок шайбы сейчас. И будут двигаться вперед сейчас игроки Кулагера. Ну, почти неплохо это получилось. Другое дело, что и Горняки здесь тоже очень и очень внимательны. Третий период идет, и сейчас понятное дело, что цена любой ошибки, она очень велика. Еще один отскок, снова хороши петропавловцы. И поехали, поехали они вперед сейчас. Закатили в зону соперника, приостановились. Так, ну, Кулагер разобрался в данной ситуации. Кулагер хороший, Галибаев бежит вперед, прокидывает шайбу себе на ход. Далее очередной отскок последовал в пользу Меньшенина. Степан вперед играет, но кто тут подберет? Да никто, в общем-то, кроме Глеба Югова. И Югов спокойненько начинает длинным пасом атаку своей команды. И этот пас к чему приводит? Все правильно, к пробросу. К пробросу очередная пауза у нас. Ну и так погрузились мы в эту игру, что, в общем-то, и не замечаем того, что и удалений в этой встрече нет, и что пауз не так много, поэтому все вот так вот, как на духу, пролетает у нас в этом поединке, в этой встрече. Снова точка вбрасывания, и здесь Максим Манько. Манько на точке, выиграно это единоборство, попытка зацепиться за шайбу. И еще один момент, но тут уже атака упущена. Перевод в направлении Тимура Галибаева. Но тут с дальней дистанции очень мощно, очень сильно. Падение игрока Кулагера. Падение, как показалось, такое, да, самостоятельное, надо сказать. Ну и теперь шайба у Галибаева. Тот пытается найти себе свободное пространство. Пространство это не находится. И теперь уже в контратаке Егор Петрошенко. Петрошенко вот так по закруглению Майя Пиманова здесь держит шайбу. И
попытка отдать за ворота, только в ближний угол здесь шайбу завернуть. Еще одна передача, и Галибаев могучий выстрел совершает. Здесь уже Падуков. Ну и снова еще один отскок. И этот отскок в пользу подопечных Бориса Гостиева. Выход из зоны. Дальше Манько. Манько въезжает в зону. И так уже в падении передачи Петрошенко. Нарушитель спокойствия. 1-1. Горняк сравнивает цифры на табло. И есть повод. Есть повод порадоваться болельщикам в нашем чате. Ну и специально для них шайбу забросил Егор. А фамилию вы напишите сами. Вот здесь отскок и... точное попадание, конечно. Прям вот, ну, на 10 баллов. Шикарно. Шикарно. Счет сравнялся. И все начинается заново теперь. И все, теперь с нуля. 1-1. Егор Петрошенко. Кулагер здесь шайбу отбирает. Старается активно действовать здесь Белоусов. Ну и дальше через Кирилла Кулика. Кулик. Кулик на оперативный простор. За ворота. Но здесь... Камолкин. Здесь Камолкин. И не придерешься к нему в плане заброшенной шайбы. Классный бросок последовал в дальний от голкипера угол. И снова точка вбрасывания. Вбрасывание это выиграно парнями в черной форме. Но как здорово на перехвате Кулагер действует. И попытка уже у них убежать вперед. Нет, вот здесь еще одна передача. Ибрагимов. Здорово работает ногами. Ибрагимов. Дальше уже не пускает здесь Величко. Кулик. С Кафуциным здесь борьба 1 в 1. Не получится ничего дальше организовать. Ну, зато на развороте. На развороте сейчас еще один пас. И вход в зону. Вход в зону. Вход в зону. Черников, Кафуцин. И снова нет. И снова нет, говорит Горняк, не пуская соперника. Зато вот сами в контратаку бегут. Бросок Амолки. Опять он тут вот свои длиннющие ручищи достает шайбу. Хорошая атака, быстрая, темповая. И Камолкин сначала щитком отражает шайбу, ну а потом так ложится на шайбу. 10 минут ровно до конца третьего периода. Конечно, рано говорить, что овертайм уже начался. Я думаю, это не очень-то справедливо по отношению к ребятам. Тем временем здесь отскок, передача Югов дальше не пройдет. Петрошенко через Майю Пиманову. Та готовит бросок. Есть бросок. Камолкин в сторону эту шайбу отражает. Ну и тут уже Олег Калиновский. Это уже его попытка убежать, там что-то придумать. Югов остановили Югова. Еще одна передача. А вот здесь момент возникает у Коркина. Причем возникает очень даже неожиданно. Но на месте Шакиров. Точно во вратаря бросает сейчас Матвей. Матвей бросил, Данил не сплоховал. Ну и очередное единоборство у нас с вами на точке вброса.
Вот и поглядим, к чему все это приведет, к каким историям и к каким последствиям. Пока что 1-1. И я думаю, что ни те, ни другие сейчас так прям уж сильно рисковать не станут. Есть возможность. Будем атаковать вот как сейчас. Кафуцин, да? Ну хорошо, хорошо, Ратмир. Попытался, но здесь два соперника сразу его встречают. Еще один вброс шайбы в зону соперника. Дальше диагональный перевод. Контроль Кафуцин. Через партнера Величко пошел дальше. Тоже его здесь не пустят. Ну а затем Кулик въедается буквально в этот эпизод. Снова отскок шайбы, снова диагональный перевод. И вот теперь можно строить свою уже атаку. Отличный вход в зону. Еще один пас. И дальше потеря. Дальше потеря. И можно убежать сейчас Галибаеву. 1-1 выход. Бросок и гол. Тимур Галибаев 2-1. Кулагер выходит вперед. В этом матче убегает. Убегает Тимур Галибаев. И здорово, здорово бросает за 8 минут и 7 секунд до конца периода все это дело происходит. И давайте смотреть. Вот здесь Галибаев и Меньшенин с Ледневым. Тут ну просто уже так, как, я не знаю, как телохранители, что ли, здесь в данной ситуации были. Пытались соперника настигнуть, но ничего ровным счетом из этой ситуации не получилось. И Тимур Галибаев воплощает свой момент в заброшенную шайбу. 2-1 в пользу Кулагера. И продолжаем смотреть эту встречу. Там снова отскок, там снова рикошеты. И 2-2. Вообще, это просто вообще, что они творят, а? Что эти ребята себе позволяют? Как они вообще это делают? Теперь уже 2-2. И это все в ответку очень быстро работает. Манько за воротами. Передача, отскок. И Петрошенко, ну просто... оказался там, где надо было ему оказаться. В этой игровой ситуации. Браво, молодчик. Вопросов ровным счетом ноль. Ну и мы с вами смотрим игру дальше. Тем паче, что ребята нам говорят о том, что есть, есть, есть на что тут смотреть в этом противостоянии. Ну-ка дальше, вход в зону. Бросок в направлении ворот. Бросок, в общем-то, неплохой, но здесь Шакиров ситуацию контролирует. Очень быстро Горняк, что называется, возвращается в эту встречу. Хотя, конечно, никуда они не выпадали, но так. Образно, да? Тимофей Бондарев. Снова он здесь на точке вбрасывания. Единоборство за Кулагером. Ну и попытка вывести шайбу. Аккурат по закруглению. Снова контроль над шайбой. Снова здесь активен Галибаев. Переводит через партнера эту шайбу. Ну выбраться не удастся. Из Бердюгина так сковали с двух сторон. И продолжается здесь активное единоборство. По закруглению пущена шайба рудничанами. Попытка пройти дальше тоже она ничем не заканчивается. Бердюгин. Ой, кому это оставление? Это прям игрокам Кулагера, которые с удовольствием, с превеликим пользуются этой ситуацией. Постарались до шайбы добраться, постарались шайбу вывести. Ну а тут уже проход вперед, бросок поворотом, еще один. Нормально так, и снова разворот, и снова передача, бросок на месте Шакиров. На месте Шакиров сейчас, еще одна передача, доходит до Тимура Галибаева. Галибаев въезжает в зону, через Тимофея Бондарева строит атаку, снова отскок. Ну, то, о чем мы, собственно, и говорили, да, дорогие друзья, ну, равные команды, очень равные. И сегодня, ну, тут в очном противостоянии всегда судьбу этих матчей решает, ну, просто какие-то мелочи, да.
То есть какие-то детальки. Ну и, конечно, реализация моментов. Это самое главное. Проход вперед. Галибаев сохранил контроль над шайбой. И еще один перевод. Далее свисток арбитра. И, кажется, там удаление. Не все мы можем разглядеть по этой картинке, к сожалению, которую вместе с вами из Шымкента получаем. Но вот сейчас четко видим то, что было удаление. И мы едем в зону Евгения Камолкина за 5 минут и 31 секунду до конца третьего периода. При счете 2-2 Горняк получает большинство. Большинство, на реализацию которого выходят Максим Манько, Егор Петрошенко, Майя Пименова. И здесь же рядом Падуков. Кто там второй защитник? Еще предстоит разобраться. Ну а здесь Кулагер. Кулагер вцепился буквально в эту шайбу. Понимают ребята, что сейчас не йоты свободного пространства давать нельзя. Здесь нет нарушения правил. Галибаев шайбу отбирает, быстро бежит вперед. И сейчас еще один отскок. Ай-яй-яй! Вот это меньшинство! Тимофей Бондарев выводит Кулагер вперед. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что это большинство Горняка обернется вот таким вот образом. Мы смотрим еще раз. Галибаев начинает движение вперед. Бежит вперед Тимур Галибаев, прокидывает шайбу мимо Меньшенина. И затем пас на пятак. А там открывшийся один Тимофей Бондарев принимает шайбу. И ничего ему не оставалось делать, как просто взять и поразить ворот соперника. 3-2 в пользу Кулагера. Фантастический третий период. Очень классно. И голы здесь есть, и напряжение. В общем, я думаю, что хоккейные гурманы получают удовольствие. Другой вопрос, что болельщики Горняка сейчас не в самом выигрышном положении находятся. Кажется так. Снова передача, и здесь тут же рудничане. Нет, не прижата шайба, успевает Камолкин там ее смахнуть. Вот это да. Да, вот здесь, конечно, хорошо. Здесь, конечно, хорошо все было. Точка вбрасывания, и куда мы поедем? В среднюю зону, да? А, нет, там тайм-аут Кулагер берет. Ну что ж, короткая пауза у нас. Итак, пошла игра у нас дальше. 3-2 в пользу Кулагера. Рудничане тут же переходят в зону атаки. Понятно, что им надо ситуацию на площадке менять каким-то образом. Нужно цифры на табло сравнивать. Вот сейчас момент, и 3-3! Фантастика просто какая-то. Просто фантастика. Вот это третий период. Вот это игра. И что там, Егор Петрошенко, что ли? Опять он? Ну, давайте смотреть. Вот здесь бросок Егор Петрошенко. Хитрик оформляет. Ай да молодчага парень. И кулагеровцы там рухнули всем составом на лед. Обидно им, конечно, но... да... Предупреждать надо, ребят, что вы тут такое готовите для всех нас. Обалдеть просто. 3-3.
3-3, таков у нас счет устанавливается, и смотрим дальше. Еще парочка отскоков там за воротами, и доходит шайба до кулагеровцев, которые так активно стараются здесь шайбу контролировать. Еще один наброс на чужие ворота. Здесь продолжается сохраняться контроль над шайбой. Еще одна передача. Вывести шайбу не получится. И больше того, здесь снова последовал отскок. Еще один и контратака. Манько аккуратно. Так, вот здесь снова отскакивает Егор Петрошенко. Да, автор хитрика в этой встрече. Все три шайбы в составе Горняка именно на его счету. Вот здесь сейчас отскок. Величко приходит к шайбе. Снова отскок. Ну, далее уже стараются вывести шайбу подальше. Парни из Рудного. Ну вот посмотрите, как закрывает борт сейчас Величко. Просто по баскетбольному, по волейбольному, что ли. Ну и Кулагер остается шайбой, сохраняется. Я не удивлюсь, если это не все. Я не удивлюсь этому вообще. Еще один пас Петрошенко. Через Югова здесь следует атака. Глеб. Нет, первый он здесь на шайбе. Снова вход в зону. Тимофей Бондарев. И уже он контролирует шайбу за воротами. Тут довольно здесь активно это единоборство развивается. Снова борьба у порта. Ну вот тут вот, да. Как в таких случаях я обычно говорю, и пусть весь мир подождет, да. Вновь завязалось активное единоборство тут у борта. Отскок в пользу Меньшенина. И Степан начинает движение своей команды в зону соперника. Закатывает туда Меньшенин. Дальше Кулик. Перевод опасно. Рикошет здесь у ворот Камолкина. Дальше Леднев добавляет. Но добавляет точно в соперника. И сейчас уже контратака может получиться. Очень быстро бегут вперед сейчас игроки Кулагера. Катят. Но никак не получается. Здесь уже Бондарев сохраняет контроль над шайбой. И Галибаев за воротами. Не сохранился контроль над шайбой. И снова идет атака. Здесь быстрый переход в зону. Ильман Лотфаля. Еще один проход. Бросок по воротам. Шакиров забирает шайбу. Накрывает ее. И у нас очередной вброс. Ну, тайм-аут, да? Теперь уже Горняк его берет. Пауза необходима парням Бориса Гостиева сейчас. Так, ну и возобновляется наша встреча при счете 3-3 после завершенного тайм-аута. Все, оба наставника их уже использовали. Остается минута играть в основное время этой встречи. 3-3. Рудничане борются здесь за шайбу. Болельщики Кулагера просят
шайбу от своих любимцев. Здесь еще один пас. Ну, вот логичное стечение обстоятельств, что в матче этих команд именно ничья. Ничья, она подходит под все определения этой игры. В общем и целом, очень равный хоккей. Передача Ибрагимов. Но тут сковали, да, опять же, Тимура с двух сторон. Бросить не дали, а вот тут Кулик что-то придумает. Но пытался придумать, но и так он приостановился в этом эпизоде. Снова здесь дальний наброс на ворота последовал. И что такое? Удаление у Кулагера сейчас будет. Да, Черников оставляет свою команду в меньшинстве. Вот это да. Вот это новости. Так, развязка этого матча. Просто вот развязка. Еще один проход вперед. Там нам показывают табло. А, время-то завершено. Короткая пауза и ждем с вами овертайм. Начался у нас с вами овертайм. Кулагер, горняк, горняк, кулагер, кому как удобно. Суть остается той же. В формате каком? 5 на 4, да, по регламенту 5 на 5 должен играться овертайм. И тут же момент. В большинстве начинают всю эту историю рудничане. Сохраняют шайбу под собственным контролем. Они сейчас держат игровой снаряд у себя. Затем здесь передача, и Кулик подключался из глубины. Здесь еще один пас, Величко. Дальше Ибрагимов, передача вот сюда, в район чужой зоны, в район соперника. Так, здесь горняки вторую попытку забраться предпринимают. Но у Кулика снова отбирают шайбу, и похоже, что Кулагер, да, все. Отстояли, отбились в этом меньшинстве, ну, наверное... Не тот этот термин в отношении Кулагера, который, в общем-то, так довольно спокойно провел это меньшинство. Передача сейчас здесь в центре. Прочитал эту ситуацию Никита Величко. Набирает он шайбу. Дальше контратака. Еще один перевод. Попытка забраться в зону соперника. Здесь... Вход в зону, Галибаев. Галибаев под контролем держит шайбу. Идет она по закруглению. Достается. Достается рудничанам. Достается рудничанам. И вот этот вот
трехминутный овертайм проходит в очень такой веселой, напряженной борьбе. Еще один бросок, но хотя ребятам-то уж точно не до веселья в данной ситуации, это точно. Вбрасывание в средней зоне после того, как Камолкин там шайбу выловил. Очередное единоборство. Здесь пошла борьба. Кулик встречает здесь Черникова. Черников назад откатил. Старается дальше продолжить атаку. И неплохо у Кулагера все может получиться сейчас. Югав. Еще одна передача. Здесь Тимофей Бондарев. И еще один пас в его сторону, а вот здесь Величко наброс на чужие ворота. Снова контроль, вот здесь выход из-под прессинга Черников. Получится ли у него выйти из-под этого самого прессинга? Но похоже, что нет. Похоже, что тут не так-то просто будет. Дальше идет очередная атака. И вот момент, ох, попытка завести буквально эту шайбу в ворот соперника. Снова отскок. Снова здесь первыми на шайбе окажутся кулагеровцы. Величко за воротами. Держит шайбу. Потеря. Еще одна. Еще одна потеря случается. И овертайм на этом у нас завершен. Ждем булиты в этой игре.
Итак, серию буллитов начинает команда Горняк. По три броска выполняют команды. И это Тимур Ибрагимов. Пошел Тимур Ибрагимов против Евгения Камолкина. Ибрагимов так неспешно катит и пытается переиграть Камолкина. И как изящно он это делает. Тимур Ибрагимов выводит Горняк вперед в этой буллитной серии. Камолкин пошел подбирать клюшку. Эффектно, конечно, исполнил свой буллит нападающий Рудничан. Ну а теперь попытка Глеба Югова против Данила Шакирова. Югов идет вперед. Югов здесь нет, все-таки сблизился с вратарем и эффектно его переиграл. 1-1 в серии буллитов Глеб Югов. Вот так, о, вот так вот отпраздновал он свой гол. Хорошо Югов сыграл. Теперь кто пойдет у Горняка? Кулик. Кулик и его попытка. Кирилл Кулик идет против Камолкина. Кулик снова сблизился. И снова Горняк забрасывает. Вот это пулитер и там, и тут. Это уже Кирилл Кулик. И он выводит свою команду вперед. Кто пошел у Кулагера пытаться сравнивать? Вариантов много, но и, наверное... А, ну да, Тимур Галибаев, да. Чем я и хотел сказать. Наверное, Галибаев пойдет. Галибаев 1-1 и 2-2. 2-2 в буллитной серии. Тимур Асланович, мое почтение. Классная реализация. Такое же празднование, как у Глеба Югова. Так, теперь... Ну, Петрошенко, наверное, раз у него сегодня прям все получается в этой игре. Посмотрим. Меньшенин. Степан Меньшенин. Защитника отправляют. Степан Меньшенин и его попытка. Меньшенин против Камолкина. И бросок, и гол? Или не гол? Похоже, что гол. Похоже, что из ворот шайба вышла. И Горняки снова выходят вперед. Горняки снова выходят вперед. Три броска. Три гола. Так, ответит ли тем же Кулагер? Все в руках Никиты Величко. Сейчас капитана Кулагера. Величко. Очень не торопясь. Величко! И все! Шакиров тащит эту шайбу и приносит победу Горняку в этом сложнейшем поединке. 4-3 в пользу Горняка заканчивается эта встреча. Ну что ж, поздравляем рудничан с победой. Ни в коем случае не унывать Кулагеру. Все было очень интересно и круто. Спасибо за внимание и до скорых встреч на хоккее. До свидания.